вот жители домов по Советской выбрали весьма оригинальный способ, чтобы избежать ситуации, которую мы только что наблюдали на Холмогорской. Они припарковали свои машины на более сухом и расчищенном пятачке. Люди говорят, что пару дней назад техника здесь работала, однако снег трактор только разгреб по сторонам. Теперь он благополучно тает, и вода заливает все пути подъезда к домам.